Анна Покров не скрывает, что ее часто узнают на улицах и просят сфотографироваться. Однако она не чувствует себя звездой. Наоборот, блогер осталась все такой же открытой и искренней девушкой, пусть и с армией фанатов за спиной. Это раньше для обретения статуса звезды нужно было годами налаживать связи в шоу-бизнесе. Сейчас попасть в топ самых популярных личностей страны может абсолютно каждый. Анна Покров – живое тому доказательство. Вряд ли пару лет назад девушка могла предположить, что забавные видео, которые она снимает для социальных сетей, сделают ее знаменитостью. И все же факт остается фактом. Анна входит в команду популярных блогеров Dream Team House, а на ее страницу в Instagram подписано 3 миллиона человек. Анна рассказывает: «Мне до сих пор не верится, что это все происходит со мной. Мне кажется, что я все та же девчонка из Волгограда. Когда ко мне кто-то подходит сфотографироваться на улице, возникает ощущение, что это все по приколу. Но приятно, конечно». Блогер набирала популярность еще в тот момент, когда жила в родном городе. Однако по-настоящему известной Анна стала после переезда в Москву. Здесь армия ее поклонников заметно увеличилась, но и хейтеров тоже прибавилось. Покров подчеркнула: «Много таких людей, которые пишут, что ты ерундой занимаешься, иди на завод. Но ведь они не понимают, насколько это сложно. У блогеров нет выходных, мы работаем 7 дней в неделю. Уверена, что многие из тех, кто пишет мне гадости, даже неделю не смогли бы вести собственный блог. А для меня это кайф, мне очень нравится транслировать свои мысли людям». Разумеется, такая популярность приносит приличный доход. Анна не любит распространяться о своих заработках, хотя и признается, что никогда не была транжирой. Девушке гораздо больше нравится копить деньги, чем тратить их. Она рассказывает: «Честно скажу, что я постоянно коплю деньги. Вот недавно накопила папе на машину со своих заработков. Теперь коплю на автомобиль для себя». Рано или поздно у любой знаменитости возникает вопрос: а что дальше? Пока Анна им не задается. Она чувствует себя абсолютно счастливым человеком, который нашел свое место в жизни. Звезда подытожила: конечно, когда-нибудь нужно будет развиваться в новых сферах. Думаю, я обязательно найду что-то для себя. Я такой человек, который всегда выкрутится и не пропадет.